Во времена расцвета батл-рэпа на Версусе было не так уж и много собственных звезд. Основные просмотры площадка получила за счет уже известных людей. Оксимирона, Гарри Топора и других. Даже у топов с Фрешблада был какой-то бэкграунд. Рикеев чуть ли не единственный пример, когда участник реально прыгнул от ноунейма до звезды. Ресторатор на интервью Дудя называл его лучшим батл-рэпером России после Оксимирона. А суммарно батлы Генов и Рафонова принесли Версусу больше 66 миллионов просмотров. Это чудовищные цифры, но сейчас Рикеев ничего не слышно. Он давно не проявляет видимой творческой активности. Свой последний трек «Реаген» с Бастой на фите он выпустил в феврале 2021 года. Судя по всему, Рики полностью посвятил себя гострайтингу для популярных исполнителей. Из недавнего он, например, помог написать текст для песни «Де Лимбы» «Секрет». Но ты звонишь мне ночью и плачешь от боли. В общем, в этом ролике мы хотели бы разобраться, что Рикеев значит для нашей рэп-индустрии, а также порассуждать, где он сейчас. В этом нам поможет статья Виталия Халюкова с ресурса «Палач», ссылка на которую будет в описании. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Опытные зрители других площадок, конечно, возразят тезису, что Рикеев – легенда батлов. Гена в их понимании – дутая фигура, но мы говорим о популярности в жанре. И ее у Фарафонова было в достатке со старта карьеры. Впервые он появился на Версусе, чтобы подменить того самого Колю на Фрешбладе. И даже с написанным в поезде текстом парень смотрелся очень достойно. Во всяком случае для 2015 года. Когда же Фарафонов стал официальным участником второго турнира, произошел нереальный взрыв. Рикеев сделал один из самых громких батлов того времени. Атаковал рэпера Сина жестким батл-стендапом об онкологии. С этого момента Гена стал фаворитом сезона, а ролик набрал более 7 миллионов просмотров. Но раунды Фарафонова не были так хороши по тексту. Это был просто набор аморальных шуток, но на тот момент такого не делал никто. Отсюда и вау-эффект. Не менее легендарен и полуфинал того сезона, где Рикеев сухую проиграл Хосу. Впоследствии Гена записал трек с другим участником сезона, Млечным. Ребята сетовали на неудачный финал, но статус Рики в комьюнити тем не менее не пошатнулся. Они увидели во мне мессию, потом увидели во мне Иуду. Дальше была перестрелка диссами со Славой КПСС, которая вылилась в первый Versus BPM. Батл не судился, но общее мнение было таково. Гена проиграл, но смотрелся неплохо. У него были отличные позиции, чтобы выдать парочку батлов со звездами рэпа и попытаться стать таким же. Кредит доверия ресторатора и фанатов у Рикеев точно был. Мол, несуй свой нос, но я слушаю 2 грамма, фейспалм к лицу прирос, смех. Слава Богу, чудесно, всех написать на кровоту чудесно. В этот момент он завершил карьеру в жанре. Да, в 2018 году случился еще один BPM с Гарри Топором, но фанаты ожидали от Гена чего-то более заметного, чем один спорный батл за 5 лет. К тому же Рикеев был звездой именно батлового жанра, а не музыки, куда он так резко и свалил. Любые споры по поводу раздутости его фигуры в батл-рэпе неизбежно упираются в статистику. У чувака 11 батлов, первые 3 из которых никто не видел, потому что в сети тупо нет видосов, но до сих пор встречаются люди, считающие ту короткую вспышку от Геннадия топовым батл-рэпом. Рикеев батлил слишком мало, чтобы можно было объективно оценить его уровень, и покинул движуху еще до момента, когда она начала разваливаться сама. Даже если судить только по старым выступлениям, он вряд ли превосходил многих менее известных участников с других площадок, но Рики каким-то образом стал легендой жанра. Этого бы не произошло, если бы Фарафонов был тем бездарем, каким его пытались выставить хейтеры. Гена точно понимал, и наверное понимает, как нужно писать текст, чтобы он понравился массовому слушателю. А обвинения в ворованных у Джимми Карра шутках все равно пролетели мимо большинства ушей. Главное, что с ним остался статус суперзвезды Версуса и репутация человека, у которого в карьере не было ни одного совсем уж стыдного выступления. Неплохая почва для развития, и Гена ей воспользовался. Возможно, не так, как все ожидали. Он создал себе репутацию вездесущего гастрайтера. Самое интересное, она практически полностью основана на слухах. Да, в какой-то момент имя Гены Фарафонова стало чуть ли не синонимом понятия гастрайтер в русском рэпе. Хотя никто не мог
мог четко сказать, кому конкретно он писал тексты. Слухи о гастрайтинге появились после батла Хованского с Лариным. Дмитрий обвинял Юрия, что тот читал не свой собственный текст, а написанный Геной, но внятных доказательств этому не предоставил. Зато репутация уже сложилась, а сам Геннадий с удовольствием ей пользовался. Каждый раз, когда кто-то, не будучи рэпером, зачитывал складно написанный текст, в обсуждениях всплывал Рекеев. Например, когда случился биф Млечного с Тиной Канделаки. И я не буду с тобой играть, мальчик, так что не вспоминай про плейбой. Согласитесь, невозможно представить, что телеведущая сама сидела и бодро накидывала панчи. Но, как и почти всегда, участие или неучастие Рекеев в ее подготовке осталось на уровне слухов и обсуждений в комментариях. Единственный раз, когда все точно узнали, что Гена помогал кому-то писать текст, это трек Тани Мингалимовой. Об этом нежный редактор говорила в интервью The Village. А сам Фарафонов в 2019 году рассказывал, что расширил спектр услуг. Теперь он не просто пишет текст, а еще и ставит флоу и ведет клиента по всем этапам производства. Ты же девочка, девушка, женщина. Тебе надо всего-то лишь принца дождаться, любить, ублажать и беречь его. Репутация гастрайтера годами создавала ощущение, что Рикия все еще находится в игре. Просто он не оставляет подпись. А раз у Гены так много клиентов, то и дела, наверное, и тут прекрасно. Сам артист все это время активно занимался сольным творчеством. В интервью Ленте он сам говорил, что у них с Алфавитом, в отличие от других батл-рэперов, есть выступления, на которые приходят люди. Это правда, но глобальный такой успех можно считать в лучшем случае средним. Рикеев далеко не стадионный рэпер. Он получил известность в конкретном жанре, забрал оттуда кусок аудитории и пошел делать треки. Но спросить людей на улице, и большинство едва ли слышало что-либо из музыкальных изысканий Геннадия. Более того, у него активно убывали просмотры. Вот клип на трек Free Fall 5-летней давности. На видосе 4,5 миллиона просмотров, и это жирный результат. Очевидно, есть те, кто переслушивал трек и пересматривал клип в момент выхода. И ты понял, все не так. А вот Карго, вышедший в 2019 году. Тут уже похуже, 1 миллион 300 тысяч просмотров. Все еще показатель лояльной аудитории, но уже не хит на все времена. Собака по небу, тебе вста, и так от них некуда деться. В феврале 2021 года Гена затащил на фит Василия Басту. Но тут цифры уже совсем смешные. Чуть больше сотни тысяч прослушиваний. Треки Гены, как уверяют критики, это серый поп-рэп, у которого не так уж и много индивидуальности. Нельзя сказать, что он преодолел проклятие батл-рэперов, которые не могут выбиться в артисты. Чтобы слушать треки Рикеев, вам надо сильно этого захотеть. Вы вряд ли наткнетесь на них просто так. Из Рики может получиться очень неплохой продюсер, и возможно сейчас он именно этим и занимается. Судите сами, у Фарафонова крепкая репутация в жанре и немало полезных знакомств. Но известен он не как артист, а как гострайтер. И раз уж сам Гена говорит, что теперь он более профессионально работает с клиентами, доводя их до готового трека, то как это еще назвать? Ему 28 лет, впереди не так уж и много перспектив, чтобы стать рэпером первого эшелона. Но это не помешает Фарафонову развивать других артистов, полагаясь на опыт гострайта и долговременное присутствие в жанре. При этом хорошая репутация Рикеев основана не на везении, а на качественных решениях, начиная с того самого батла против Сина. Гена не глуп и может продвинуть это еще дальше. Если вам кажется, что этот прогноз притянут за уши, вспомните, что произошло с другой звездой Версуса и приятелем Рикеев. Речь про Галата. Чувак батлил, побеждал, но выше батл рэпера не поднимался. А сегодня он считается одним из самых успешных продюсеров русского рэпа, который привел в игру Дору, Maybe Baby и всю группу Френдзона. Последняя активность Рикеев произошла тоже в мире батл-рэпа. Вы могли не заметить, но на 9-м командном батле хип-хоп-ру появились Баста, Егор Крид, Сатир, Рикеев, Замай и Алфавит. Камео исполнителей произошло на треках команды ноунеймов Терамонт, которые и выиграли турнир. Батл команда выиграла без особых проблем, а мистификацию раскрыл в комментариях паблика хип-хоп-ру сам Рикеев. Вот его цитата. «В команде Терамонт я и 5 моих друзей, ни один из которых до этого батла не стоял у микрофона. Никого из предполагаемых на форуме и тут ребят там не было, но кроме Камео Баста, естественно. Что-то в этот раз совсем туго с идеями на раунд. Да уж, зря мы Санька съели. А на сегодня у нас все. А следите ли вы за творчеством Рикеев? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!